Автомобиль Nissan X-Trail был припаркован у подъезда дома номер 17 на улице Лермонтова. Сигнал о пожаре на пульт дежурного 33-й пожарной части поступил в 23:40. По прибытию огнеборцев выяснилось, что моторный отсек иномарки был объят пламенем. Пожарные ликвидировали огонь быстро, уже спустя 8 минут после сообщения о происшествии. Но это не уберегло машину от серьезных последствий. Выгорел мотор, панель управления, пострадал салон автомобиля. Практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что это был поджог, сообщает отдел надзорной деятельности по городу Коряжме. Есть очевидцы, которые видели, что к машине подошел мужчина, после чего произошел хлопок и Nissan загорелся. К делу приступили следователи коряжемской полиции. Если вам что-либо известно о данном происшествии, просьба связаться с полицейскими или хозяином машины по телефону 8 921 489 16 55.